Ожидания многих присутствующих не оправдались. Среди приглашенных, правда, не был замечен начальник отдела по управлению муниципальной собственностью Борис Вахитов. А ведь именно его отдел не может собрать долги с арендаторов в размере более 200 миллионов рублей. На заседании не было и заместителя главы, отвечающей за распределение бюджетных денег, Лидии Латыповой. На повестке дня, как объявил председатель совета, только рабочие вопросы. Прошу голосовать. Из 8 пунктов 6 носили чисто формальный или информационный характер. Так, например, в соответствии с федеральным законом и законами республики внесли изменения в устав города и в положение о проведении аттестации служащих и присвоении классных чинов. Начальник полиции Рафик Хакимов отчитался о деятельности полиции за текущий период. Раскрываемость выросла, преступность, наоборот, снизилась. Правда, покончить до конца со социальными элементами на территории отдельно взятого Нефтекамска пока не удалось. К сожалению. За отчетный период задержаны и переданы дежурной части отдела 136 правонарушителей. Из них за административные правонарушения 115. По подозрению в совершении преступления 21. Чуть всколыхнул атмосферу всеобщего согласия доклад нового начальника жилищного отдела. Он озвучил, сколько молодых семей-очередников дождались помощи от государства в плане улучшения жилищных условий. В рамках реализации подпрограммы 24 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение жилого помещения либо создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 16 215 тысяч рублей. В целях реализации республиканской программы 12 молодым семьям предоставлены социальные выплаты при рождении детей на общую сумму чуть более 3 миллионов. Цифры не впечатлили только депутата от коммунистической партии. Отмалчиваться он, как и всегда, не стал и немедленно озвучил свое мнение. Когда наведем порядок в администрации и с распределением земель в городе, когда будет здоровая конкуренция на строительном рынке, может быть, и себестоимость жилья у нас будет другая, и жилье, может быть, станет более доступным, в том числе и для молодых семей. Депутаты приняли к сведению как доклад начальника жилищного отдела, так и личное мнение депутата. И большинством голосов признали доклад удовлетворительным. А заседание в целом прошедшим плодотворно. Предложение. Прошу голосовать. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.